Карты с рассрочкой – сравнительно новое явление на российском финансовом рынке. Однако принцип «бери сейчас, плати потом» привлекает клиентов банков. После того, как клиент оплатил покупку по карте рассрочка на все банка Восточный, у него есть 3 месяца, чтобы вернуть средства на карту, и все это время на них не начисляются проценты, будь то покупка телевизора, поход за продуктами или снятие наличных. Покупать все, что хочется, и не переплачивать – мечта для многих, но с правильно подобранной картой и она может стать реальностью.